Туристический рюкзак от компании Kailas, модель Windrider 45. Windrider 45 – это отличный рюкзак для походов выходного дня или непродолжительных треков до 5-7 дней, в зависимости от вашего снаряжения. Рюкзак сочетает в себе, во-первых, все функциональные элементы современного легкого рюкзака, и здесь подобран правильный баланс между очень легкой компактной фурнитурой, которая не нагружает рюкзак лишним весом, и при этом очень плотной тканью, и очень правильной тяжелой системой переноски. Вес рюкзака составляет 1,5 кг при объеме 45 литров. При этом здесь полноценный профилированный алюминиевый каркас. Есть толстые вставки из Air Mesh на лямках и на поясе. А в поясе применяется оригинальная система. Здесь две пластинки создают жесткий каркас пояса. Это позволяет более эффективно переносить вес рюкзака на бедра. При этом центральная часть пояса остается перфорированной, и она обладает сквозной дышимостью. То есть в рюкзаке будет не жарко и при этом очень удобно. На рюкзаке, несмотря на маленький объем, есть большое количество способов организации снаряжения. Основной карман в клапане, в нем внутри есть органайзер и точка для крепления ключей или другой мелочевки с карабином. Есть два боковых кармана для крепления бутылки, термоса или какого-нибудь негабаритного груза, типа каркаса палатки или трекинговых палок в сложенном виде. Также есть точки для крепления ледоруба и трек-палок с каждой из сторон. Есть Daisy Chain, которая позволяет закрепить сюда стяжки, резинку, репшнур и носить, например, коврик на фасаде рюкзака вертикально, что очень удобно, особенно в походах в лесной зоне. Боковые стяжки сделаны тоже по оригинальной схеме. Основная стяжка, она же является и стяжкой для клапана, образует большую диагональ, которая с одной стороны ужимает основной объем рюкзака и переносит вес на клапан, а с другой стороны является дополнительной точкой поддержки для снаряжения сбоку. Нижняя стяжка сделана супер легким способом. Это палаточная фурнитура. Здесь вместо стропы для снижения веса применяется тоненький репшнур с световозвращающими элементами. И при желании его вообще можно отсюда снять. У рюкзака два симметричных кармана на поясе. Они выполнены из эластичной сетки. Соответственно, туда можно убрать какой-то довольно крупный предмет. Например, экшн-камеру, мобильный телефон или довольно объемный перекус. Также рюкзак выпускается в универсальной ростовке и регулируется по высоте с помощью смещения лямок вдоль каркаса. У рюкзака в комплекте идет дождевик, который прячется в нижнем кармане. Доступ в основное отделение осуществляется либо сверху, либо за счет молнии на фасаде. Соответственно, если вам резко нужно достать какую-нибудь пуховку из центра рюкзака, не придется его разбирать, просто открываем молнию, и снаряжение у нас в руках. Основное отделение закрывается на утяжке, и есть еще тоненькая компрессионная стропа 10-миллиметровая, которая позволяет с одной стороны ужать основной объем, приблизив центр тяжести к телу участника, а с другой стороны позволяет перегрузить рюкзак, то есть положить сверху, например, какую-нибудь веревку или страховочную пуховку и иметь к ней быстрый доступ. Клапан быстросъемный, здесь используется 20-я стропа, сзади используется 10-миллиметровая стропа для снижения веса. И клапан удобно снять, например, при упаковке рюкзака он не мешается. Можно его снять быстренько, кинуть в палатку для того, чтобы фонарик, аптечка и так далее сразу оказались в укрытии. И его вообще можно снять, когда вы рюкзак используете для радиолока или штурма, чтобы снизить общий вес снаряжения. Таким образом, Windrider 45 — это отличный современный рюкзак для коротких походов, для тех, кто ищет для себя правильное современное снаряжение с отличным балансом веса, прочности и эффективности переноски. И также это отличный рюкзак для систематических походов выходного дня и коротких выходов. Выбирайте себе правильное снаряжение, отправляйтесь в интересные места, а за обновкой приходите к нам на Сайкино 4 в спортмарафон.